Фонд помощи мобилизованным гражданам создан около месяца назад. В течение октября все желающие сотрудники ЙОРГУ могли написать заявление о переводе своего однодневного заработка. И сейчас мы уже производим приобретение необходимых вещей для мобилизованных с города Челябинска, Челябинской области. В первую очередь, конечно же, теплые вещи, чтобы как-то повысить комфортность их пребывания в зимнее время на тех территориях, где не выполняют свой боевой долг. Это и теплые вещи, это и палатки, это генераторы для обеспечения электроэнергии палаточного лагеря, ну и многие другие личные вещи. Сотрудники университета активно поддержали акцию. Всего в ней приняли участие около 800 человек. Неравнодушные сотрудники вуза и студенты также приносили предметы первой необходимости в пункт приема помощи, который находился на базе второго общежития ЮРКУ. Все вещи в ближайшее время будут переданы в войсковую часть. С марта месяца на базе ЮРГУ был развернут центр гуманитарной помощи. Более 1000 человек оказали помощь и принесли предметы одежды, продукты питания длительного хранения и многое другое. Всего собрано было более 50 тонн различных грузов и отправлено на Донбасс с помощью волонтерских поездов. Всего на базе российских вузов работает 346 волонтерских штабов. В рамках акции «Мы вместе». Ее участники помогают мобилизованным и членам их семей. К акции присоединилось более 70 тысяч студентов, сотрудников и преподавателей вузов. На сегодняшний день отгружено около 134 тонн продуктов и товаров первой необходимости.